До студії «Нового дня» сьогодні завітала учений секретар Миколаївського обласного краєзнавчого музею Віта Животовська. Вітаємо вас! Вітаємо! Сьогодні ви прийшли до нас презентувати ваш проект, гру «Миколаївський магнат. Монополія по-миколаївськи». Розкажіть нам, будь ласка, про цю гру, про основні її складові і у чому її особливість. Значит, сегодня я представляю игру «Николаевский магнат». Эта игра выполнена в рамках проекта малых грантов «Территория Русала». Кстати, я хочу сказать, что это не первый наш выигранный грант. Вот, мы уже выигрывали до этого. Но вот в этом году был объявлен конкурс «Город инноваций». И вот мы предложили такое вот новшество. Действительно, монополия по-николаевски. Такой вот проект «Николаевский магнат». В чем суть и цель данного проекта? Ну, во-первых, это действительно настольная игра, которая выполнена по правилам обычной классической монополии. Но в чем тут секрет? Она выполнена в стилистике дореволюционного Николаева. То есть полностью все объекты, которые находятся на игровом поле, это в принципе аналоги всех тех предприятий, организаций, которые действовали у нас в городе в конце 19-го, в начале 20 века. Например, если даже взять завод сельскохозяйственных машин, действительно, в тот период таких заводов в городе Николаеве было несколько. Но самым известным был завод братьев Донских, который, кстати, находился на современном вот месте, где мы знаем завод Дормашина. Итак, если взять любое предприятие, то это действительно вот те вот аналоги. Поэтому вот цель этого такого проекта, нашей монополии по-николаевски, как вы отметили, это изучение истории города Николаева с помощью игры. И второй такой момент, который я бы хотела отметить, это мы хотели еще создать такую вот сувенирную продукцию, которая бы достойно представляла наш город Николаев. И чтобы сразу можно было взять в руки эту игру и понять, что вот реально, про наше место. Да, реально она с Николаева. Эта игра очень интересна тем, что в нее можно играть в двух режимах. То есть первый режим – это классическая монополия, а второй режим, собственно говоря, это уже действительно такое чуть ли не углубленное изучение истории Николаева, потому что среди игроков, их как обычно там 3-4, может быть и больше, выбирается казначей или банкир, как можно сказать, да, и вот в его обязанности еще входит давать такую краткую аннотацию, историческую справку о каждом предприятии, которое мы видим на игровом поле. Все эти аннотации находятся в брошюрке, которая также прилагается к этой игре. И опять же таки, каждому игроку нужно будет ответить на тот или иной вопрос квестового задания. Вот, если игрок правильно отвечает, он получает какие-то бонусы. Если же, конечно, он неверно ответил что-то по истории города Николаева, то тогда, естественно, дисбонусы, так будем говорить. Также перечень вот этих квестовых вопросов, да и ответов, собственно говоря, они опять же таки прилагаются в этой брошюрке. Тобто перед тем, как начинать играть, необходимо ознакомиться с информацией, запам'ятати ее, и потом же, какой ты разумный, знаешь историю Миколаева. Можно и так. Вот. Вот это вот такие два основных момента. Опять же таки, мы, результат нашей игры, вот я хотела бы сразу отметить, это будет проведение турнира, конкурса между учениками и студентами, а возможно даже представители общественных организаций города Николаева на базе нашего Николаевского областного краеведческого музея. Победители будут награждены ценными призами, и вот так вот они смогут как бы посоперничать в своїх знаннях по історії міста Николаєва. А коли планується, можна сказати, це суперництво, коли можна буде зіграти не тільки школярам, студентам, представникам громадськості у Миколаївську монополію? Ми це все будемо освіщати на сайті краєвідчого музею. Ми створили групу в Фейсбуці, тобто всі повністю новини будуть там, як би ми будемо освіщати цей весь процес. Вот. Но школьников и студентов мы уже приглашаем на следующей недельке к нам в музей.
Не тільки історичну цінність має ваша гра, але й дуже естетично. Багато, можна сказати, картин та зображень старого Миколаєва є на ось таких миколаївського магнату грошах. Да, Ніколаївська да, городська дума 1910 года. Да. Можна сказати, старе зображення, але дійсно, переглянувши, маючи такі гроші на руках, граючи, ти можеш дізнатися, якою була Миколаївська міська дума. Іменно так. Хочу сказати ще, що ми от придумали таку вимішлену валюту – Ніколаївська бона. А чому саме бона? Ну так, что-то вот нам так захотелось. Но если копнуть глубже, то есть вспомнить историю, то действительно боны существовали. Такая монета была в 19 веке. Это были условные деньги в крупных помещичьих хозяйствах. То есть помещик сам чеканил такую монету. Ну вот мы так немножко копнули историю, поэтому решили придумать такую Николаевскую бону. У вашей боны навіть є власна емблема. Да. Хто займався взагалі дизайном, хто підбирав картинки, зображення, створював емблему, ці гроші? Большая благодарность нашему Николаевскому издательству «Илеон». Мы с ними уже давно сотрудничаем, и вот когда мы решили воплотить в жизнь такой проект, мы к ним обратились, вот, поделились своими идеями, что мы хотим, как мы хотим это видеть. И, конечно же, вот полностью они разработали этот дизайн. Поэтому огромная благодарность издателю Анне Валерьевне Румянцевой и ее коллективу за вот то, что они смогли воплотить вот наши идеи в жизнь. У нашому Миколаєві є чимало цікавих місцин, тим паче ще у старій історичному Миколаєві. Але ось цікаво, як ви відбирали, тому що на цей пласт паперу дійсно весь Миколаїв не поміститься, необхідно обирати найважливіші діляночки. Як обирали, можливо, якісь суперечки навіть були, комусь подобається це місце, іншому друге? Звісно, не без цього обошлось, так будемо говорити. Вот. Ми отобрали тут основні підприємства, які да, у нас існували в місті, але, опять же, таки мы помним, что это конец 19-го, начало 20 века. Здесь и заводы «Наваль-Руссуд», которые сейчас нам известны как завод 61-й коммунар, ну, по-моему, его переименовали, и «Черноморский завод». То есть также они здесь у нас представлены. И здесь также представлены улицы, самые наши любимые. Почему Никольскую, да, Херсонскую? Да. В принципе, названия такие же были и в прошлом веке, поэтому мы, в принципе, выбирали именно по такому принципу. Что еще интересно, тут на игровом поле еще есть такие сектора, как шанс и городская казна. Угу. То есть, попав туда, игрок должен вытянуть карточку вот верхнюю, да, на этом игровом поле и выполнить определенное задание на этой карточке. Ой, хочу я переглянуть, что ж там у міській казні, что... Боже, оце якби була правда. Каже мені казна, що получила я наслідство 150 бон. Вот так от. Якби ми з вами зараз грали, то вам би було б з казни 150 бон. А ось що дає карточка шанс? Іменно здесь также задання определенные. Так, здесь у нас еще, получается, владельческие документы мы выдаем. Угу. Вот фабрика электроизделий. Если игрок выпало у него стать на поле с обозначением фабрика электроизделий, то мы просто ему даем эту карточку как владельческий такой документ. Угу. И если уже его оппонент станет на это поле, то он должен будет оплатить услугу 100 угу. бон. То есть как бы такая арендная плата получается. Обираючи назву, чому обрали саме Миколаївський магнат? Ну, потому что, ну, Николаевский, мы живем в нашем родном городе, Николаеве, очень его сильно любим. А магнат, это, конечно же, из-за того, что игра все-таки монополия, тут нужно включать такие вот какие-то торговые там свои идеи, да, и планы. Вот, именно поэтому. Напевно, ви вже не втримались і вашою командою не один раз зіграли у Миколаївського магната. Обязательно. Розкажіть про враження, які були, можливо, кумедні ситуації, хто став переможцем?
Ну, во-первых, начинали мы ее играть еще когда она была на стадии разработки. То есть, понимаете, в ходе игры уже возникали какие-то еще новые такие идеи, где-то что-то поменять, где-то что-то добавить, а возможно, где-то что-то было лишнее. То есть, вот это вот все мы проходили. И, конечно, победители были разные, вот, как-то иногда и молодежь побеждала, да, краеведческого музея, вот. Так что очень интересно было вот именно разрабатывать эту игру и этот проект. Я еще хочу отметить, что, в принципе, это вот, ну, как бы такое новшество для культурной жизни города Николаева, потому что, ну, как бы до этого ничего подобного у нас в городе, в принципе, не было. Хочу еще отметить, что таких экземпляров игры будет напечатано 250, и каждая школа города Николаева по 2 экземпляра получит именно для себя, чтобы использовать, да, эту игру, возможно, там во время каких-то мероприятий или же на классных часах, да, чтобы все-таки детей привлекать к изучению истории города. Я думаю, Николаев. Що дуже гарну паличку-виручалочку ви надаєте вчителям історії у школах, тому що тепер історію Миколаєва, історія нашого міста вивчати буде набагато цікавіше. Да, ми теж так думаємо. І ще часть экземпляров также получат учреждения сферы культуры, библиотеки, вот также музеи. То есть мы это будем распространять и внедрять. Дякуємо вашій команді за те, що з вашої допомоги у Миколаєві з'явилася ще одна візитівка, якою ми можемо пишатися. І тепер, я думаю, всі миколаївці будуть грати не у просту монополію, а у миколаївського магната.